Привет, ребята! Меня зовут доктор Клин. Сегодня мы будем изучать различных животных. Нам предстоит отправиться на их поиски. Знаете ли вы, где они обитают? Итак, нам предстоит найти главного среди животных, чтобы он рассказал, где находятся все животные. А вот и он. Привет, ребята! Меня зовут Алекс. Также меня называют королем среди животных. Я знаю, где находятся все животные. Сейчас для доктора Клина я нарисую карту, чтобы он нашел всех животных. Король Алекс дал нам карту, с помощью которой нам предстоит найти всех животных. Сейчас мы наблюдаем за семьей обезьян и черепах. Давайте отправимся в более холодное место. Итак, кто же обитает в таком холодном месте? Здесь мы можем встретить семью пингвинов или даже северных оленей, прогодящих мимо нас. Пока я не замерз, давайте полетим на поиски милых кошек и собак. Ой, кажется, это не то место, где они обитают. Вот оно, здесь много кошек и собак, играющих во дворе. Благодаря карте короля Алекса мы смогли посмотреть всех животных. Спасибо за просмотр, ребята!